это мы оказались? Мы находимся на заливе, буквально в двух шагах от океана. Так. Дом построен 3 года назад, новый дом. Это, можно сказать, самая дорогая квартира в этом доме. Она стоит на продажу 3,5 миллиона. Квартира в 3 уровнях. Полностью умный дом. Все можно с телефона, да, все с телефона, имея апс, можно телевизор, жалюзи, музыку, освещение, все вот это вот. Квартира имеет шикарный вид на две стороны. А пошли посмотрим, в чем это. Да, вид на океан и вид на залив. Но ее сейчас сдали, то есть ее сняли с рынка, да, и сдали, да, за... Ну, она остается на продажу, да, но она... арендовано сейчас почем? За 10 тысяч долларов. В месяц? Да, уже подписали. А вот в таком доме, например, ассоциация сколько стоит? Вот месячные платежи? Смотрите, в принципе, на такую квартиру она 1400 долларов. 1400? Да, потому что тут 3000 скверфит. Слушай, ну это по-божески? За такую стоимость квартиры? Да, значит, опять же, у этой квартиры есть своя... Чего? Да, то есть вот вы видите даунтаун, слева Саус-Бич и все. Это островок какой-то перед нами заселенный. Это Атлантик Айлес. Это тут только частные дома. Вон тот крайний бордовый дом, это дом Аль Капоне. Ага. Сюда он принимал кокаиновые разные дерьмо, да. Ну, слушайте, островок неплохой, сразу видно, что. Да, здесь тут, очень приятно. Тут дома, скажем, старые, начиная с 1.5 миллиона и до 6-7 миллионов тут дома, скажем так. Так, хорошо, пойдем посмотрим, да, своя что видно тут отсюда. Есть бар, можно бар в квартире. Так. Нет, бар внизу вообще. А, внизу. Да. Ну хорошо, пошли в квартиру, смотри, тоже 3 уровня, мы же. Так, в 3 уровнях квартира. Так подождите, а мебель откуда здесь? Нет, ну он же ее продает. Или он сдает ее меблированную? Дело в том, что начиная Миша с какого-то уровня, ты продаешь с. Светочка, мебелью. Давай мы спросим, да, вот у Леонида. Да, пожалуйста. Так и что с мебелью? Откуда тут? Что это? Мебель всю, смотрите, это, можно сказать, моя жена декорировала эту квартиру. Так. Значит, мы полностью курировали тут ремонт. Потому что квартира была куплена без полов, ой, без покраски, без подвесных потолков и вот такой вот отделки. А это вас... Интересная вот эта стенка очень интересная. Это делал, кстати, с Украины столяр, мой земляк с Винницы. Очень он интересно. Делал вот это вот все. Да, это все custom made. Да. Вся квартира, в принципе, это custom made. Если мы получили кухню вот так вот, все. Вся, вот видите, вся эта вот электрика, да, точно. Вот ливинг тоже, видите, это все подсветки. Все с пульта вот. Да, сами вешали все. Тут пульт, да? Вот, пульт с разными подсветками, вот они тут. Ну, мы все это делали. Все это делали. Хорошо. Да, я тоже люблю так. Построить. Так, давайте с этой стороны посмотрим, да, что у нас. Стороны, опять же, а сколько тут спален, две, да? Четыре спальни, это класс, хорошо. Да. Слушайте, тут открывается, да, смотрите, прямо да, тут. Да, можно открыть. Не надо, не надо. Не так. Надо так, да. Так мы целее тут будем. Тут тоже чудесный вид на залив, есть вид на океан, на Сан-Алис. Это залив. Это залив, да, это интеркостал, так сказать. Называется. Довольно тихо, учитывая, что тут хайвей, тут и хайвей там. Потому что тут опять эти специальные стекла, вот все вот это вот. Харикейны не слышно. Ну, а в чем они заключаются? Вот у нас стекла двойные, я вижу, что здесь вообще одинарные стекла. Они одинарные, но такой толщины, как бы, что так сделано, что это вот... А вот у нас двойные стекла, чтобы они выдерживали жару и красиво. Не пропускали холод, то есть там утайтил твой очень, опор, очень, очень, очень славно. Гостевой туалет на том же этаже. Гостевой туалет, ну, культурно так все. Так, гостевой туалет. Я так понимаю, что вот это все светится, да? Да. Угу. Ну, когда оно светится, очень прикольно. Да? Хорошо, да. Тут у нас купили вот... Купили итальянские зеркала, все специальные такие
выкупили, один привез сюда на выставку, и он не пораспродал, и мы у него без стопы. А свет вы сами делали вот этот? Да, это мы заказывали, да. Очень это классно. Все сделано было, да, конечно. Но это low voltage, это типа LED, да? Вот это? Да, да, это все LED. Еще одна дверь, друзья. Так. А двери эти были часть квартиры или вы тоже То есть это не то, что вот только квартира, да. Только прямоугольная это комната. Да, да. Особая, да. Так, это, а это что? Full bathroom, тут да. Это туалет. Так, окей. Это ваш дом или это чей? Как удобно, друзья, вот так душик принимаешь и вот туда смотришь. Представляете, как? Какая лепота. Так, мы продолжаем. Так, ой, это бедрум. Шкаф вот стоял тут. Так, это бедрум. Давайте я отойду в уголок. Шкаф, это мы не могли убрать, вот электрика идет сюда. Она не несущая, но есть это. И этот шкаф построили. Это как бы европейский, European style шкаф. Да, и опять же освещенница. То есть на этом уровне одна спальня. На этом уровне одна спальня. Ну что, друзья, нам сказано, что три уровня. Пойдем вот по этой винтовой железной лестнице. Она так немножко так чувствуется, что железная. Так, идем. Так. Ну и да, куда? Да, это тут тоже можно спать, потому что это кровать, которая откидывается кроватка. Да, ага. Есть ванна с туалетом тут. Так, ванна с туалетом есть. Очень милая ванна с милым туалетом. Кроватка откидывается. Так, тут много дверей. Дверь. Это шкаф. Это шкаф, друзья. Здесь много шкафов. Полочек. Это мастер-бассейн. Так, сейчас мы посмотрим это на... Это второй клозет. Еще клозет, да. Я сейчас во всех... Два клозета, два шкафа. Всюду продается шауэр-крема. Два. Так. Давайте я только выключу. Теперь, значит, так. Тоже красиво там. Теперь, вот мы заходим в ванную. Друзья, неплохо в ванной, правда? В ванной очень симпатично. Да. В ванной очень симпатично. Так. Идем дальше. Сеточка, разреши. Да, это у нас мастер бедрум. Тоже все custom made. Так, сейчас я... Какое-то... Что это такое? Это вот справа такое. Так. Это моторчиком нашего зрителя не удивить. Так. О, тут не моторчиком, тут вид. Вид, опять шикарно. Же, спальня, шикарный вид. На... Слушайте, а тут какое-то это, такое... Этого тоже не было. Смотрите, а что вот у нас теперь вниз это там? Мы сделали. Будет спальня открыта. Вот так он сделал, да. Это мы взяли и закрыли. Ну, это правильно. Ага. А как тут воздух поступает просто через кондиционеры, да? То есть тут так. Окно наружу не открывается. Вот это такое массивное. Зеркало. Вот эта штука, что это? Вот это как ширма, это ширма, как украшение, я знаю. Ага. Так, очень дорогая была. Кровать очень дорогая была, это специально ее тут заносили, очень тяжело было заносить. По этой лестнице, конечно, не занесешь да. ничего. Стол, который там стоит, дали только $1000, он в лифт не входил, чтобы занести. Хозяин сказал, мне нравится, и это будет 1000, так это будет 1000. Хозяин русский? Да. Ну, были деньги, значит. Так, хорошо. Так. Тут еще что-то есть. Подождите. С этой стороны. О. Ну давайте. Так, значит. Ну понятно, да? Это обогрев. Так. Такая комнатка, спаленка. Ну, можно сказать, детская, да? Как бы детская. Так, тоже вид обалденный из детской. Вау. Ага. Тоже да. Переделали шкафы, видимо, да? Да. Тоже, как бы детская. Это как бы детская, да. Вид потрясающий. Зачем ребенок такой вид? Всегда. А дети должны... Денег.
Дети должны привыкать с детства к хорошему виду. Туалет тоже, тоже душек принимаешь, хорошо так, недискриминационно. Так, а это что за... Это плиточка просто, что это? Да, а, Свет, плиточка, смотри. Очень красиво, да. Что-то я таких плиточек не припомню. Мы нашли. Очень хорошо. Ну, очень здорово, что, знаете, как оно все подвесит. Слушайте, а вот эта дверь, она, вот у вас все двери, они такие вот со стеклом, с они панельками. Они подаются двери, да, 350 долларов дверь. Нет, я думаю, ты не отделаешь 350 долларов. Я знаю, за 350 долларов можно купить такие двери. Так, хорошо. Ну, вот это четвертая спальня. Опять кладовка была, по-моему, где-то сбоку вот тут вот. Мы ее сняли. Вот и поставили в эту сторону. Тут там как бы просто там уголок такой, да? Да. Ну что, шикарно. А что тогда на третьем этаже? Идемте, покажу. То есть вроде четыре спальни уже были. Идем выше, да? Да. Сейчас мы идем на крышу, так сказать. А, у нас еще крыша есть своя? То есть мы вышли в лифте на 22 этаже и, соответственно, на 20-м, потом был 21-й, а это уже 22-й, я понял. Это уже 23-й. 23-й. Так, я понял так, что мы на улице оказались. Да? Спасибо. Так, друзья, мы на улице. Мы с вами оказались на улице. Помнишь, мы когда-то решили в Кадхаузе на Москве были? Тоже там все прошло. Хорошо. Джакузи, душ. Тут ветрено, друзья, у меня микрофон не защищен. Но здесь такое партийное место, да, тут можно позагорать, тут можно посидеть за столом, тут можно, вот, пожалуйста, есть джакузька такая. Джакузька, наверное, тут давно не пользовались. Вот. Довольно много места. То есть третий этаж как бы знатен не тем, что здесь именно жить можно, а можно вот так выйти и побыть.